большинство французов недовольны политикой, проводимой президентом Эммануэлем Макроном. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенные ad occidens u consulting для радиостанции French Info и газеты Figaro. Более 70% французов назвали политику Макрона несправедливой. С этим мнением согласны как представители левых, 98% членов непокорившейся Франции и 78% членов социалистической партии, так и правые, 75% республиканцев и 85% членов национального объединения. Почти две трети респондентов считают предпринятые главой государства меры неэффективными. Треть опрошенных заявили, что поддерживают политику Макрона, в то время как деятельность его предшественника Франсуа Олланда одобряли лишь 15% граждан. В опросе приняли участие 1005 французов в возрасте от 18 лет, в том числе участники 5 французских политических партий. Проведение опроса было приурочено к выступлению главы государства перед Конгрессом, которое состоится в понедельник, 9 июля. Основатель движения «Вперед» Эммануэль Макрон победил лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов во Франции 7 мая 2017 года. Он набрал более 66% голосов. Инаугурация нового главы государства проходила 14 мая. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся.